В них и нежность, и огромная сила, и полная самоотдача, как в семье, так и на работе. Светлана Гусева почти три десятка лет проработала в системе здравоохранения. Главврач 6-й Самарской поликлиники к сотрудникам и пациентам относится как к родным. Хрупкая женщина отлично справляется с огромной ответственностью руководителя. Я считаю, что русские женщины как были героическими, так и остались. Помимо нежности, помимо красоты, помимо уюта, который они дают мужчинам, это еще и надежное плечо, надежная опора для мужчин. К самому весеннему празднику Светлана Гусева получила особенный подарок – звание заслуженного работника здравоохранения России. Почетный знак ей вручил губернатор Николай Меркушкин. В адрес женщин, врачей, учителей, работников культуры, промышленности, сельского хозяйства звучали самые теплые слова. Я хотел бы еще раз выразить слова огромной благодарности вам за вашу работу, за вашу ответственность, за ваше терпение, за ваше, может быть, мужество, где даже там, где надо на себя брать вещи, такие, которые, может, даже не каждый мужчина. Есть в зале совершенно особенные представительницы прекрасной половины человечества. В юности им пришлось трудиться на заводах, с поля боя уносить раненых, спасать жизни. Так они ковали великую победу. От имени президента России губернатор региона вручил им юбилейные медали к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В этом году вдвойне праздник. Будете меня награждать 70-летней победой, медалью, да еще 8 марта, это не пересказать. Почетные грамоты и благодарность от губернатора получили прекрасные дамы, которые трудом доказали, что они далеко не слабый пол. И не потому, что рядом нет сильных мужчин, а потому, что рядом мужчины настоящие, которые всегда поддержат и помогут. Марина Кравцова, Павел Пресняков. События.